В этот день за нашу команду болел весь район. Трибуны волейбольного центра были заполнены фанатами и любителями этого вида спорта. Многие приехали из других городов и даже стран. Одинцовские болельщики всегда поддерживают свою любимую команду и стараются не пропускать ни одной игры с ее участием. Я думаю, что у нас есть все шансы на победу. Думаю, что победим. Девчонки молодцы. Француженки, они еще не адаптировались, ходят с такими глазами, с безумными, так что мы выиграем. Всю первую партию хозяйки вели с большим отрывом и выиграли ее со счетом 25-21. Вторая партия далась тяжелее. Сначала обе команды шли на равных, но в итоге француженки набрали на 5 очков больше. Они выиграли со счетом 25-20. Не повезло одинцовским волейболисткам и в третьей партии, которая закончилась со счетом 27-29 в пользу соперниц. А вот в четвертой и пятой наши девушки Заречья Одинцова отыгрались в пух и прах, разгромив французскую команду Сен-Клу. Итоговый счет матча 3-2 в пользу одинцовской команды. Самым результативным игроком встречи стала 20-летняя доигровщица Заречья Одинцова Ирина Воронкова. Она набрала 44 очка. Ответный матч между командами состоится 24 февраля в Париже. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».